Добрый день, уважаемые подписчики. Вот приехал в метро Савеловское. Выхожу на улицу. Сегодня у ребят Тайсонова танка суд. Еду на суд. Собрал шмоток кое-каких там, что было у меня по возможности. Вот, если получится, передам. Ну, если получится, поинтересуюсь там у суда, у кого там надо интересоваться, вести видеосъемку на суде. Вот. Ну и пока время есть, сейчас, может быть, встречу савеловских разъебушей. Ну и в этом, собственно, Савеловский вокзал. Пока мне не позвонили, короче, есть время побродить, посмотреть, то где есть. Здесь на лавках могут сидеть. Вон, по-моему, Маня, если мне зрение не изменяет. Пачки сигарет, больше у меня нету ни хера, ни денег, ничего. Вот так собрал пацанам трусы, носки, пару маек, вот. Кроссовки, тапки положил. Размер, может быть, не подойдет, но там с кем-нибудь обменяются. Никого нету, блин, как назло. А, вон он там под деревом сидит. Это дядя Женя, по-моему. Не, не дядя Женя. Не знаю, кто это есть. Я не вижу. А, это Волгоградский еще, Коля. Нет, не он. Все-таки дядя Женя, наверное. Побрился, подстригся. Блять, спросить за этого. Вчера, короче, один подписчик мне прислал, короче, разыскивают пацана, родственники. А я его знаю. Блять, забыл, как зовут. Ну, короче, здесь он тусовался, на Савеловской. Попробуем кого-нибудь найти. Все, кого найдешь. О, дядя Женя. В телефоне, как всегда. Где их искать? Хер его знает. Мне Маня нужна. У нее, оказывается, мою куртку нашли. Вот. Надо еще поинтересоваться, блядь, где она ее нашла. Карточек там нету банковских, ну, на карточках не было ни хера. Такая песня. Пока никого, ни одной души знакомой нету. Здесь мы в прошлый раз сидели. А, о, уже кто-то дремит, блядь. Кто это? Хуй поймешь кто. Сходим на базу, посмотрим. Там в закутке они жили.
то и есть. Никого. Все убрали, никого нет. На базу заходить не буду. Так, посмотрю. Тоже нет никого. Так что вот, совок исчез. Сейчас отключусь, чтобы это видео не было беспонтовым, блядь. Сейчас схожу на квадрат. Короче, если кого найду, включу, сниму. Так, ну вот, ребята, был я в суде, короче. Ну, естественно, съемку там только аккредитованным людям предоставляется, съемку не разрешили. Вот, значит, показания дал. Немножко показания расходятся с тем, что там мусора написали изначально. Вот. Ну, такие показания. Не знаю, не видел, не помню. Вот, ребят, видел, поговорить мне с ними не дали. Поговорил там с адвокатом, но адвокат государственный, тоже ему как бы нахер ничего не надо. Вот, вот опять меня привезли. Ну, буквально 7-10 минут, наверное, я был в зале суда. Вот. Вещи не взяли, соответственно. Нельзя, ничего нельзя, блядь. Не знаю. Вот опять на Савеловской. Здесь никого нет. Это кто с сумарем? Никого. И времени у меня особо нет улазить. Сейчас еще пару точек проверим, где обычно тусуются. Вот так. Ну, я думаю, ребята позвонят, скажут, что там. Я так понял, что приговора сегодня не будет, потому что ребята там частично в отказ идут. Вот. То, что это не было предварительным сговором. То, что бил его один, а не двое. Вот такая история. Суд есть суд. В суде немножко попроще, чем в ментовке. В суде, по крайней мере, не бьют. Так вот, родненький Савеловский вокзал. Так. Ну, никого не вижу я. Сейчас вот там возле стены посмотрим. Могут еще вон там под деревцами сидеть. Сейчас туда тоже пройдемся. Никогошечки. Никогошечки нету. Ни черных, ни белых, ни серых. Сейчас тепло, где угодно могут быть. Ну, пару мест сейчас обойду, хоть одного человека увидеть, спросить, кто где, а там тоже нету никого. Сейчас, может быть, я плохо вижу.
есть? Нету. Вот под теми деревцами было время, зависали. Все, сейчас позвоню. Мне звонил этот Челябинский, Челяба. Сейчас я отключусь, позвоню ему. Так, позвонил я, ребят, Челябе. Где-то Маша, Космос и Челяба где-то сидят здесь. Так, объяснили мне на словах. Бестолковые, блядь, пиздец, не могут свое точное местоположение объяснить. Ну, сейчас я их найду. Вот она, Останкинская башня торчит. Со всех сторон она видна. Сейчас мы посмотрим, где они есть, негодяи. Вот они. Вот они, блядь. О ком писали все газеты, блядь. Я работаю, я на работе. Что я говорила? Здорово, Космос. Я сейчас забыл тебе телефон. Лужков, ты что пиздишь? Саудовской Аравии мне передали сигареты. Охуеть. Космос, живой, бля? Живой. Я, короче, всех насовел. Что, спина не заживает? А он тише. Нет, нет, спина. Что там, сколько людей? А я не в прямом эфире, я так снимаю. Короче, был я в суду у Космоса, у танка. Что, вина платит? Кто виноват вообще в этом? Да никто не виноват. У меня там, ну, я как свидетель. У меня там спросили. У тебя карта есть? Сейчас должны хорошую сумму перевести. Снимем. У меня тут с двумя ресторанами хорошие. А какая? Альфа? Альфа без пойдет? Без разницы, на любую карту скинь. У меня тут бизнес уже свой. А. Ты видишь, Савеловский сейчас пустой? Я сейчас могу пойти, это моменталку сделать. У меня же моя пропала, блядь. Сейчас живут все в моей комнате, Губа, потом этот, как его? Серега! Ну расскажи, хули тебе нельзя снимать-то, нахуй. Блядь, заебал. Кто с тобой живет? Живут в моей комнате там. Ну. Ребята. Короче, он ребята, он забрал, короче, ребят тут многих в рабочий дом. Нет, ну они не работают, они просто... Ну, пока я адаптация, я старший дом, да? Пока адаптация. Нет, зачем, не обязательно работать. Там в основном на благотворительность. Ну, там, понял, как... Благотворительность. А что, домой-то сам когда? Хуй знает. Блядь, ну, вроде мне и здесь 4 рубля 5 платят в день. Ну, в день. Да. Это нормально? Нормально. Я, в принципе, нихуя не делаю. Блять, Космос, как всегда, блять, грязнючий. Я пошел вчера, я заебал, каждый день новую одежду покупаю. Где здесь посижу, побухаю, опять все грязно. Опять выкину, пойду, иду в магазин. А хули ему давай, я тебе могу майку дать, на. У него пиздец ветер, да ладно, и чего, на что поход светит? Сейчас уже прохладно, хули майка толком. Это я пацанам собрал, а у меня нихуя не взяли. Да? Вещи, трусы, носки, блять. Хотел передать. Блядь. Ты кофту-то застань его. Достал. Я помню. Мне память есть. Ну все, ребят, так что вот, живы, здоровы все нормально, блядь. Теперь кулачки держим за Тайсона с танком. Что там у них будет? Подожди, я сейчас скажу. Вот, ребят, кто попадет в Москву и без денег, без нихуя, если, блядь, мозги включите, можно за день, блядь, 5 официально получать и нихуя не делать. Я считаю, что это правильно, блядь. Людей забираешь, увозишь. Кому не нравится, там, знаешь, какая? Открытые двери. Uh-huh. То есть, как бы... Захочешь, останешься. Захочешь, встанешь, ушел. Просто смотри, даже начальство привозит, сами ему ноги, Валерий, губе uh-huh. мажут, все. Ему очень нравится. Он говорит, я отсюда вообще не хочу уходить. Пока. Ну, может, адаптируется, да, может, работать начнет. Да. Не, я говорю, тебе не обязательно работать, никому не обязательно работать. Просто лежите на койку, вот столовая вам. В любой момент пришли, покушали. Mm. Только посуду за собой убирают. Манюнь, а где Тёма? Тёма у меня тоже. А, тоже у тебя? Она... Тёма, Губа, кто там еще? Потом еще Серёг белорусский. А, ну это наш, да? Да, и потом Земфир. Земфир, это пацан молодой, с Уфы. Он тоже здесь жил. С каким ты уехал? Да, я с ним уехал. Потом у меня 2 негритянки там. Охуеть. Да. А Куба куда делся? Вот здесь спал, лежал.
Не видел? Ну, еще почти его не было. Вот так, ребята. Ну, пока что закончим, а потом... Там, да, что-нибудь еще снимем. Все, всех благ всем. Подписывайтесь на канал. Вот ваш космос вечно, блядь, чешется. Опять лохматый, хоть подстригай его, нахуй. Подписчики интересовались, где челябы, да?